Премьера на русском иллюзионе. Двое мужчин, одна женщина. Да что же вы делаете, ребята? Две женщины, один мужчина. Ну, Ирка, как ты муж-то моего завела? В жизни много странных сюжетов. Ты, конечно, лучше всех. И мы это называем любовь. Стасик красивый, но его я не хочу. Женский взгляд. Мужские страсти. И все время думал, слышит Ирка или нет. «Три истории о любви». Фильм Натальи Пьянковой. «Странное время». 11 августа в 20:50 на русском иллюзионе.